Прогноз клёва рыбы на эту неделю с 9 по 15 октября 2023 года. Лунный календарь рыбака. Давайте быстро по дням разберем, какой будет клёв. Итак, начинаем. Понедельник, 9 октября. Клёв будет хороший. Можно смело выезжать на рыбалку, как поплавочникам, так и фидеристам и спиннингистам. Карась, лещ, плотва, густера, щука, жерех, судак обязательно придут и порадуют вас поклевкой на озере или на реке. Вот во вторник, 10 октября, клев уже будет слабеть. А в среду, 11 октября, клев будет еще хуже. Начиная с четверга, 12 октября, клев станет плохим. Всему виной, друзья мои, что вскоре у нас будет новолуние. Пятница, 13 октября, клев плохой. Суббота, как я и говорил, 14 октября, плохой клев. Связано это с тем, что 14 октября у нас новолуние. А в новолуние, как и в полнолуние, клев, друзья мои, не ахти. Но уже в воскресенье, 15 октября, клев хоть и будет слабый, но рыбка уже начнет проявлять активность. Так что неделя выдастся для рыбалки не совсем хорошей. Но если вы смотрите на ютубе канал «Рыболовные приключения», тогда вы знаете, какие насадки, прикормки, ароматизаторы использовать в октябре. И это увеличит многократно ваши шансы поймать даже в новолуние хорошую рыбешку. Ну а на сегодня все. Подпишись на канал и завтра смотри новое интересное видео. Всем ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.